Ребята, вы так колись інкубірували? Расскажіть мені. Хочу вийти. І так колись інкубірували, забувши, що сьогодні у вас перепела лупляться. Освобождайся. І перепела із крупного яйця. Виходь, киргиз. Бачите, які яйчка крупненькі. Провірочний файл. Провірочний файл? Там скользко. Ти на лідник прийшов?
общем, вы, ребята, поняли, да? Яйцо 4 сантиметра, в нем может быть цыпленок. И тут я вам поставлю яйцо. Тут покруче яйцо. Также вот такое пузатое яйцо. Перепелята. Були ли тут перепелята? Це можна перевірити, отварив вот эти вот яйца. Вот. В вареном яйце, где очень хорошо все видно. То есть не будет при разбитии от свежего этого яйца, не будет посторонний такой сильный запах. Я всегда проверяю, когда яйцо отварю. Даже вот насколько оно, яичко это крупное, и в нем был перепеленок. Но тут что не вывод? Может, если одинаково корочка несла, раз, два, в нем может быть не вывод, это из-за того, что там несколько дней собиралась. Вот. Или просто затруднительно крупному перепеленку выйти из яйца.